В канун предстоящих праздников мы вышли на улицы города, чтобы узнать у наринмарцев, что они хотят пожелать своим близким, друзьям и всем жителям округа. Все жители нашего округа поздравляю с Новым годом. Всем добра, здоровья, удачи во всех начинаниях, терпения. Да, поздравляю всех с Новым годом, счастья, здоровья, все было хорошо. Я поздравляю всех своих близких и родных с наступающим Новым годом. Желаем здоровья крепкого, семейного счастья и благополучия. Наступает год огненного петуха. Мы переходим из эры рыб в эпоху водолея. Она более благоприятна для жителей. Так что всем пожелаем добра.